Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Это мы еще посмотрим. Он должен быть где-то здесь. Ты не видишь его, Газ? Боже! Гордон! Я так волновалась! Смотри, грави-пушка! Пёсик, отдай её Гордону! Смотри-ка, Гордон, пёс тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Свяжемся с папой. Думаю, он до смерти извелся. Он был уверен, что я тебя не найду. Цитадель вот-вот взорвется. Не знаю, как нам удалось выбраться. Все, что я помню, Брин падает, страшный взрыв, а затем голоса вортигонтов. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Погоди, вот он узнает, что мы тебя нашли. Дорогая, ответь! Папа? Папа, ты меня слышишь? Алекс, Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Помоги мне. Так. Чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город.
Ну, не совсем. Что? Пап, главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Нам удалось поймать сигнал костюма. А затем оставалось только копнуть поглубже. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит неотразимый ущерб клеточной материи. Папа! Боже мой, Элай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. Вообще-то мы все еще в цитадели. Что? Господи, боже мой. Но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс. Это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм? Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Лай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай. Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Гордон, позаботься о моей девочке. Не волнуйся. Скоро увидимся. Да уж. Не волнуйся. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Пес, не поможешь? Спасибо, песик. Давай, пёс. Встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. Спасибо, песик. Давай, пес. Встретимся на поле. Спасибо, песик. Боже мой! Пес! Пес! Пес, ты цел? О, слава богу! Ты меня до смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход.
Кажется, мы здесь уже были. Поверить не могу, что мы хотим туда вернуться. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Пес, хватит швырять мусор в цитадель. Это нам не поможет. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес? Пес, куда ты? Он что, обиделся? А? Пес, что ты... Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! Слишком. Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? Что? Погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? А? Ну, Гордон, если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, ну, я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Пес, давай быстрее, пока я не пере... Давай! Осторожнее, держись! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... Что теперь? Держись! Пройти незаметно не удалось. Трещит по швам. Пройти незаметно не удалось. Боже мой, цитадель трещит по швам. Диагностику. Надо найти способ спуститься к ядру. Была бы карта.
Этот жил. Я придумала, как их использовать. Тревога. Внутренним группам стабилизации открыть автоклавы. Тревога. Зарегистрирован колбасит схему, и мина на нашей стороне. Держи так, чтобы я доставала. Готово. Она нестабильна, но продержится достаточно долго, чтобы уничтожить сталкеров. Всеобщая тревога. Уважай их, но... Внутренним группам стабилизации... Отпускай. Она сама все сделает. Всеобщая тревога. Внутренним группам стабилизации открыть автоклавы. Бежим отсюда, пока сами не исчезли без следа. Тревога. Зарегистрирован нарушитель. Ой,
Похоже на телепорт, как в Новопроспект. Начать диагностику. Вот начать это громада. Диагностику. Резонансная сингулярность. Интересно, что они через него переправляли? Надеюсь, здесь есть что-нибудь полезное. Попробую узнать дорогу к ядру. Получить землю, но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. Слава богу, просто старый. Я в роли носителя. Да вы шутите, я же не могу. Ладно, черт с ним. Будь что будет. Поспешите, он почти догнал меня. Вот черт. Надеюсь, мы избавились от него навсегда. Что за черт? Всеобщая тревога. Внутренние похоже на капсулы для хранения. Здесь было что-то вроде разглаживания. Бежим! Никогда не чувствовала такой странной боли. Уходим отсюда. Начать диагностику. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Резонансная сингулярность. Гордон! Тревога. Обнаружено нелегальное оружие. Что происходит? Конфискационное поле включено. Зарядилась, как в реакторе Брина. Тревога. Их система безопасности сработала против них. Развернуться, выявить, вскрыть. Тревога. Когда? Подожди!
Тревога. Зарегистрирован нарушитель. Осторожнее! Берегись! Осторожнее! Осторожнее! Осторожнее!
осторожнее! Еще! Так же, как в прошлый раз.
Кажется, мы пришли. Осторожнее. Эй, еще! Кабина стоит на нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Сейчас сделаю тебе доступ. Мы не сможем поддерживать связь до тех пор, пока ты не отключишь реактор. Странно, доступ открыт. Похоже, они очень спешили уйти. Я скачаю все, что успею. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Неудивительно, что ты был любимым учеником Дока. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Thank you.
Внимание! Защитные поля отключены. Thank you.
получилось! Система герметизации заработала! Долго она не продержится, но время мы выиграли. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений, сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где она? Она попала в беду. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. А теперь уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Здесь есть лифт. Сюда. Скорее. Мне они не хотят, чтобы мы прочли их почту. Этот лифт доставит нас к платформе. Если мы сядем на поезд, то через полчаса окажемся за пределами города. Крылья-пушка снова зарядилась? Жаль, с ней было спокойнее. Притормозит. Но ненадолго. Поднеси ее сюда, я перенастрою схему. Мы не одни. Этого они точно не ждут. Приготовься. Вырвались.
Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили. Знаешь, учитывая все в целом, не так уж плохо мы... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Будь прокляты эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно. Посмотрим, куда едет этот поезд. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Будем надеяться, худшее позади. Ты снова спас нам жизнь. Что это? Помоги, прошу! Прошу! Вот так, тяни! Дай перевести дыхание. Окей. Ну, все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Выйдем на поверхность. Mm-hmm.
Смотри-ка, пушка! Муравьиные львы здесь? Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Ну, конечно, ведь его питал реактор цитадели. Lacerations detected. Похоже, это военный состав. Что это, черт побери? Комбайны зомби. Зомбайны. Как тебе? Зомбайны, дошло? В общем, посвети на дверь. Я открою, и мы выберемся отсюда. Надеюсь, это последний зомби в моей жизни. Черт! Берегись! У него граната! Вот так еще зомби было мало.
emergency. Using A. Fire fans are dropping. Warning. Vital signs critical. Seek. Яблочко! Нашествие муравьиных львов. Гордон, никогда бы не подумала, что этим можно заткнуть щель. Свети на барнакла! Thank you.
Хорошо тебе, у тебя костюм. Ну и гадость эта вода. Он не растягивается на двоих? Глазам не верю, лифт. Я была бы рада и лестнице. Что за шуточки? Я немного разбираюсь в электричестве. Думаю, этот провод ведет к щитку. На него фонарик. Вот и неприятности. Только бы еще не стемнело.
Повторяю. Слава богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. Если вы все еще... Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.